Концерт на льду Байкала прозрачным февралем. Мы как два экстремала с товарищем даем. В оранжевой палатке ксеноновым огнем для девушек из садки вторую ночь поем. Мы оба не артисты и жители небес, по 8 экспедиций в составе МЧС. И чтоб сорвать работу, так это в первый раз. Мы начали в субботу, а кажется, сейчас остановилась наша экспедиция у этой маленькой оранжевой палатки. Так получилось, что словно птица я пою вторую ночь для девушек из садки. А темп наш был высокий, готовились мы год. Собаки, карты, сроки и следом вертолет. И вот когда накладки в убыток для страны, у маленькой палатки стоим как пацаны. И кто бы мне неделю тому назад сказал, я сам бы не поверил, ведь есть же тормоза. Но посланы к Ямалу профессор и прораб. Концерт на льду Байкала для двух уральских баб. Остановилась наша экспедиция у этой маленькой оранжевой палатки. Так получилось, что словно птица я пою вторую ночь для девушек из садки. На всех дороги хватит, но женщина одна, которая захватит и выпьет вас до дна. Всю жизнь превозмогая, готовимся к боям. А встретится такая, забудешь все совсем. Остановилась наша экспедиция у этой маленькой оранжевой палатки. Так получилось, что словно птица я пою вторую ночь для девушек из садки.